Доброго времени суток, бойцы! Чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян прокомментировал отмену поединка с американцем Алджамейном Стерлингом, который должен был возглавить турнир UFC 256 в декабре. Ребят, с боем все в силе, с боем все нормально, просто немножко сроки боя подвинутся на месяц-полтора, но с боем все в порядке, контракт на бой есть, поэтому все четко. Немножко есть в совокупности различные моменты, касаемо были и перелетов, и визы, и во время подготовки улетел за визой крайний срок. Поэтому много факторов. Поэтому решили с командой, что бой лучше перенесется на Новый год. И в карт, возможно, будет более подходящий и так далее. Короче, большие дела. Большие игры, большие дела, поэтому тот, кто там пишет что-то, непонятные вещи, то я думаю, что они неуместны и просто всему свое время. Вячеслав Дацик ответил на вызов Михаила Кокляева. Напомню, что недавно Михаил вызвал Дацика на поединок по правилам бокса. Всем привет, дорогие друзья! Ознакомившись с комментариями под видео, где я вызываю на боксерский поединок медийную личность, было немало комментариев, где мне предложили сразиться с Славой Дациком. Ну что же, идея неплохая. Я думаю, вы меня поддержите. Я вызываю на боксерский поединок Вячеслава Дацика. Слава, давайте скрестим наши шпаги в этом прекрасном виде спорта под названием бокс. Я готов. Привет, Мишаня. Ну ты как всегда, с вызовом опоздал. Видать, ты еще не отошел от боя с Емельяненко. И птички, прилетевшие в бороду, затмило разом. Так что, на конец года у меня уже есть противник. А в следующем можно поговорить, если ты будешь готов. Слава роду!